Всем привет, друзьяшки, я Эверлайт, и сегодня я покажу новую бета-версию Майнкрафта Bedrock Edition 1.21.40.21. И именно в этой версии довольно-таки много нововведений, поэтому, думаю, ролик получится не менее интересным, чем какие-то другие большие крупные бета-версии. Ну, а подробнее про данную версию можно узнать на официальном сайте ModsCraft по ссылке из описания. Это канал ModsCraft, я Эверлайт, ну и погнали, расскажу подробнее про данную версию. Начнем, пожалуй, с самого нового экспериментальных игровых процессов. То есть, названия переименованных пакетов выделяются курсивом в подсказке. Это не так важно, но может кому-то будет интересно. Теперь, что касаемо изменения творческого инвентаря. Здесь я вам буду говорить по пунктам, потому что здесь изменений прям вот очень много. И вы просто будете смотреть на экран, я вам буду здесь показывать картинки. Итак, ряд предметов и блоков в инвентаре творческого режима были перераспределены. То есть, что касаемо предметов, камер, испытаний, здесь вот такие вот изменения. Группа камней во вкладке «Природа», декоративный камень во вкладке «Строительство», семейство «Меди», семейство «Туфа» и другие блоки. То есть теперь разные предметы будут находиться в разных слотах инвентаря. И теперь давайте перейдем к основным изменениям. Режим для левшей на сенсорных устройствах снова доступен для доступа к инвентарю с панели быстрого доступа. Обновлены старые названия блоков в файлах рецептов древесины пакета поведения. Мобы могут наносить сокрушительные удары булавой, а также удалены некоторые горячие клавиши, которые должны были работать только в Minecraft Edition. И теперь, что касаемо исправленных ошибок, тут их так средненько. Первое — это то, что плиты в затонувших кораблях генерируются правильно. Эффект слизкость, плетение и ветренность могут применяться к игроку после гибели. Листва в некоторых биомах больше не будет слишком ярко, а блоки пропадать. Голова болотника вращается вместе с оснащенным черепом или вырезанной тыквой. Исправлена громкость спавнеров и спавнеров испытаний. Исправлена громкость также шагов скелета из сушителя. Ну и в принципе все, на этом скорее всего можно закончить. Я думаю, вам эти изменения были так интересны, потому что их здесь реально не так уж и мало. Ну и на этом можно закончить. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на мой канал, точнее на этот канал. Всем удачи и всем бай-бай.